Сегодня у нас 3 сентября 2018 года. Это вот в моем доме. Кошечка вон рыжая наша. Свои коготки точит. Да, рыжая. Это помидоры у нас. Вот. Это я тут занимался на кухне сегодня полдня. Еще вот лепешек настряпал. Хороших таких, толстеньких. Вот, ламинистых. А зубачка у меня хотел взять их. Вот это у меня получился. Делал варенье, получился повидло. Немножко пригорело. Сейчас жду на ужин нашего брата Виталия. Он сегодня коров пастет, калиников. Он сегодня придет он и расскажет, как ему эта пастьба далась. До обеда я ему помог. Рассказал, как что примерно надо пасти коров. Вот палочку ставлю, чтобы люди знали, кто подходит, что дома нет никого. Вот Игнатий Ильич привез мордушки уже. Потому что рыба перестала ловиться, там штук по 20 только ловится. Сейчас вот посмотрю, кто еще чем занимается. Игнатий Ильич уходил, черноплодку собирал. А посмотрю, что у нас там. Каков результат. Еще даже зеленый горошек есть. Это у нас тут арбузы. Вот он арбузик. Такой хорошенький. Но еще не спелый. Вот эти вот небольшие тоже. Они тоже зелененькие еще. Пока спелых не видать. Это у нас тут кукуруза. Дай бог, будем варить ее, есть. Может даже сырую. Еще вот зеленый горошек есть даже вон. Еще даже вот не созревший есть. А есть созревший хороший. Вот это вот мне нравится такое вот. Все. Вот как раз Игнатьевна здесь черноплодку собирает. Урожай-то какой большой. Как, Игнатьевна, еще урожай? Ой, отпугал ты меня. Простите меня. Это черноплодная рябина называется. Она очень полезная. Я не пойму, то ли поднимает давление, то ли понижает. Но мы об давлении не думаем. Главное давление на живот. Это точно. Вот что я тут обнаружил. Сейчас я тут маленько последнее тут выберу куст. С одним кустом занялся. Ну, тут у меня кое-что падает вниз. Надо держать. Оказывается, вороны. Я думаю, что они тут колготятся. Макушки все объедено. И звездкой политы буквально. У них тут кузница, столовая, видать. И тут они и туалет устроили. Да, видно. Это не годится. Надо давно уже было начать. Мы опаздываем кое-где. Ну, нам указывают, что поспело. Все, она падает просто легко. Вот я подошел, ну сколько я тут недавно. У тебя попросил разрешения в рукавичках. Потому что холодно было. Сейчас полегче маленько. Сегодня даже я трико надел под штаны. Топить-то печку еще пока не топлю. У вас-то тут готовите тепло. Да, у нас тепло. Ну вот мы сейчас это выберем. И что я заметил, они берут макушки. А внизу очень много остается. Ну поэтому внизу не надо пока брать. Надо скорее вверху брать. Они внизу боятся, потому что там рядом высокая трава. И у них обозрения нет. Опасность может прихлопнуть их. О, смотри еще. Вот сюда если пройти маленько. А он виднеется, второе ведро полное уже. Сейчас я тут стремну. Вот.
сокровище лежит. Вот это хорошо тут. Ну, хрупкая она. Кое-где я маленько подтяну. Уже обломил я веточек 5, наверное. Ну, маленькие. Но, видимо, она как сирень отрастает. Только тронул чуть-чуть. А птицы там садятся, вороны тяжелые, и тоже поломали. Вот я сейчас выбираю этот, как будто на другой куст полез. Я хотел один куст выбрать целиком. Ага. Вон там в том кусте осталось еще. Надо чисто выбрать. Вон она где. Тут под ногами-то, смотри, что есть. И шифер, и железо, и... Ну, богатая страна. Богатая. Всего полно. Это очень брешет. Вот. И теперь мне надо вот отсюда выбрать эти, которые могут пострадать завтра. А я, главное, беру, а вороны кучи сидят на... Они у нас на этом, на кубе сидят, куб, это справа тут так, и на крыше. Я вот ягоды, которые захватила из звездка, я их выбрасываю. Оплывают там это. Вот. Там она наверху, видать. Вверху заберу ее. Мне нравится ее брать. Это не то, что малина. Она кистями висит. О! Вот она. А зимой, когда чай там... Кто там? Матушка. Матушка, сфотографируй ее. Ага. Все уже. Начали есть. Начали есть. Тебе черноплодка-то спроси, нужна ей, нет? Ну, а? В том году я не брала. Че она? Нужна, да, матушка? Да, нужна маленько. Нужна маленько. Маленько? Да. Сейчас я вот это ведро добираю и отдам ей. Никуда не отходи только. Можно ей домой отвезти. Да лучше домой отвезти, да. Нет, нет, она пускай еще стоит неделю. Она еще сетка. Вот видишь как? Приспособился. Она говорит, что еще на неделю, чтобы постояла. А? Она говорит, еще терпкая, надо еще неделю, чтобы постояла. Как? То есть рановато берем? Да. Не знаю. Но он беспокоится, то, что эти объедают птицы. Вороны там все весь верх объели, и все там. Пометом и как из звездкой посыпали. Это надо же смотреть. А что мы будем брать-то, когда ничего не будет? Вот обстановка такая. А что интересно, Игнатий Иванович, я вижу только вот на этом кусте объедено. Да. А вот на следующих там не видно. Макушка где-то. Где объедено? Так это я выбрал здесь. Вон там на самом верху-то? Наверху на самом, это, тоже я выбрал. А вон, которые пустые ветки. Ну, видимо, тут много, и много они их не могут съесть. Застревает у них. А напиться-то негде. Наверное, такая вот у них тут биография. Ну, это, листики можно так же самое туда, в варенье. Чай попил, листики, по сути, тоже... Запах какой-то дают. Ну да. Ну да. Дают. А то мы многое выбрасываем. А вон я слышал на севере, арбузные корки, они солят. Потому что там больше нет ничего. Это делается не из-за жадности. А вот смотрю, здесь мошкара поднялась. Ну, а мошкара-то от чего? От сырости. Вот так. Сейчас я ей, матушке, это отдам. Нет, не надо, не надо. А? Еще дома работы много. Не буду... Смотри, уже набираю сколько. Так я вам отвезу. Не надо.
Дома я не смогу, я ничего делать. Пока. Вот я начал набирать, уже набираю. Морковку. Она говорит, что пока не у нее нет времени на это, чтобы заниматься. Что нет времени? Ягодой, чтобы заниматься. Она не надо ей сейчас? Да, пока не надо. Ну не надо. Потом там один у нас пусть... там в огороде в маленьком лагерном тоже есть. В случае чего там наберем. Ну да. Нет, тут есть набирать, что-то надо. Там последний куст два садить и все. И нет, да надо еще. Ну, а то вот это твое ведро-то беру я сейчас, он, смотри какое, 15 литров. А сколько варится она? Один к одному или как? Нет, один с половиной. Один с половиной? Думаю, наберу. То есть надо больше, да? Нету. А тут народ набежал уже. Я не один тут сегодня. А, половину меньше. А почему меньше? Она же не такая сладкая. А? Она же не такая сладкая. Почему сахару-то половину меньше? Ну зачем один сахар ложит? Ну, витаминки нужны, а не сахар. Ну, мне главное, чтобы не закисло потом. Если много сахара, ложи сколько хочешь. Но у меня сахара нет. Тут сколько чего понавалено, не пересчитать добра. И железо, и шифер, и банки, и одежда. Ну, все и... было здесь. Такой огород у меня был. Видно, что тут богатый дыня, человек. Арбузы, помидоры садила, все. Все надо было. Приносила. А потом заболела, и ничего не надо. Все. Только меня не щелкай. Слышишь? А в красном платке. Ничего. Ну, все плохо. Да, матушка. Вон здесь, который вышел хороший огород. Весь дорог. Все, ничего не надо. Батюшка, иди, лепешки-то ел, нет? Ой, ел. Я сейчас свежие состряпал, я вам дам сейчас. Да, разделся, сейчас тепленькие унесете. Дома же лепешки печем. И они пользуются спросом. Все, дождик усиливается. Да ты что? Ну так, немножко. А я даже не замечаю. Увлекся тут. Да когда я это. В дождь-то уйду, наверное. Вот на той стороне сейчас я пойду туда и покажу, что там птицы делают. Такую столовую устроили. Все, дождик? Да. Ну сейчас вот маленько тут еще одну кисточку, веточку отберу, последнюю. Ой, а тучка-то небольшая. Вроде тучка-то небольшая, говорю. Да сегодня дождь обещал, будет. Снег, град. И прям сильный ветер, до 25. А когда там, ночью будет? Сегодня, нет, днем надо было ждать. А-а-а. Ну, видите, мы пошли, молились, чтобы Господь нам дал хорошую погоду. Вот о, давно ли я пришел сюда? Давно ли? А кустик уже, считай, подправил маленько. Сейчас мы с той стороны обойдем, я покажу, что они делают. Ну, почти все. Ладно, не буду, а то дождик. Пойдем-ка. Вот, смотри. 15-литровая. Угу. Ой-ой-ой. А теперь гляди дальше. Вот здесь вот внизу, вот, ветки поднимаю. Видно, нет? Смотри, я ее не трогаю, птица тут не берет. А вверху вон голая. И везде, везде белым пометом обрызгана. Вот она, смотри как. Видно, нет? Ну да, немножко видно. Это тут они оправляются. Все, уходим. Мы что могли, сделали. А в этом году крыжовник там был, нет? Не было. Пойдем, дождь. Этот Виталий пасет, сейчас его там дождик маленько проберет. Ну да, под конец уже. Ой-ой-ой, усиливается.
горошек зеленый. Матушка, заходите к нам. Да, горячей водой промывал. Ну вот, горячий, ты правильно сказал. Вон рыжая сидит, как обычно, у окна. Рыжая, рыжая. Ну. Велосипед скорее спасать. Матушка подсолнух сорвала и идет с ним. Все, матушка что-то тащит. Вот работает, как трактор. Подсолнух сорвала. Подсолнух. Четыре огорода везде успевает. В другой раз идешь, там ботва, она тяпает. На ботву упала, полежала дальше. Это уж с детства так человек. Она окончила техникум, а потом институт сельскохозяйственный по агрономии. Долго она сотрудничала с институтом и что-то. Так. Ну давай, давай. О, вот эта картинка. Ну пожалуйста. Повернись, шайба. Посмотрим. Глянь, шайба-то какая. Ну да. Вот я прихватила тебя. Сейчас я его замерю, подожди-ка. Нет, так мне он не нужен. Почти 40 сантиметров в диаметре. Посмотри, какая красота-то какая. А что ты его сорвал? Он зеленый же еще. Два дня не будет ничего. Понятно, долбят. Вот поэтому убираем. А он здесь побудет и дойдет. Пускай с листочками полежит еще 2-3 дня. Так он же венит. А? Он же венут начинает. Вянь, потому что все у нас будет. У нас некоторые венуть начинают сразу. Ну, так он совсем это... Зеленый. Не гожий. Ну а что сделаешь? Пока полежит, через неделю будет гожий. Сегодня я полез голубям. Светом посветил. А там, видишь, у меня висит вот такое корыто. Висит на проводах, и там ниоткуда ничего. Вижу мышка. Она перегорожена корыто. Она перепрыгнула дальше. Я свет потушил, вытащил из кармана рукавица такая зимняя. И поймал ее. Рыжки дал, она не ест. А туда отнес, палец сразу схватила. Вот к чему я приспособлен, даже мышей ловить. А вторая мышка откуда взялась? Какая? Вот которую я вытащил, раздавленную. Где она была? Ну, на кухне, под ногами у меня. Ну, как это я про нее рассказываю. Да? А, вы ее позже унесли? Я ее отнес, она одна. Это вы что, с одного куста набрали? А? С одного куста набрали? Да. Давно ли я пошел, гляди, в перчатках брал. Угу. Ну вот если надо, можем отдать. А дяде Васильевне? Ну, я не... Она запурхается. Я еще хочу съездить с Игорем, поговорить. Он ездит, а ему Люба все время подсовывает, и мы. И, а у него кого-то машина-то негде своего. Да чтобы он на газели ездил-то. А на газели-то тонну можно нагрузить. На нашей машине. Да-да. Ну, надо теперь спрашивать Андрея, я ее... Видите, был хозяином, а теперь Андрея документы переделали. Угу. Смотри, дождик-то идет какой. Угу. Ну, серьезный, пошел. Ну-ка, открою. Да не сильно. Ну да. Ну да, сходи, поужинаешь у нас. Да чё ж я, каждый день так получилось. А что каждый день? Нам каждый не день. В убыток это, а в радость. Ну все, пойдемте. Пойдемте. Ну что, надо будет потом отнести на дерево. Братья, нет это, ведра? Да, я не знаю. Где стоят. Что тут получается? Время как раз 7. А, вот это да. 8 час уже. 8 час.
Так он что, еще не пригнал? Не знаю. Вот не знаю, живой он еще, нет там. Если не пригнал, значит не вложился. Ну, 2 минуты уже, 8-го, на моих. 2 минуты? Да. У меня на 2 минуты так, вперед. Ты точно знаешь, что 2? Да, потому что у меня 4 минуты, а на 2 минуты у меня вперед идут. Вот так вот, да? Да. Так? Да. Часы хорошие, механические. Да, мне тоже нравятся такие. Где наш Виталий? Живой хоть он там, нет? Ты когда, это, Володя, ты это, еще работка, ты когда займешься? Так только с помидорами развяжусь. Так тебе помидор не надо? Каких? Зеленых? Да не почему зеленый? Глушков дал там такие с пятнами, болящие. А он им тоже дал уже? Дал. Дал, да. Ну все, давай за стол. Все, понял. Маленько подкрепиться надо.